В Могилевском государственном университете продовольствия тишина. Сейчас идут занятия. Но на этот раз мы отправимся не к студентам, а в бухгалтерию. Ведь именно там работает человек с феноменальными способностями. Впрочем, сейчас сами все увидите. Здравствуйте, здравствуйте. А вот и она, Лилия Алексеевна Синицкая. У этой очаровательной женщины уникальный талант. Она умеет произносить слова наоборот. Это правда? Адварб. Отвечает на зеркальном языке и тут же смущается. Говорит, талант прикольный, но бесполезный. Впервые задом наперед Лилия Синицкая заговорила еще маленькой девочкой. Переворачивала слова, что попадались на глаза. И поначалу была уверена, так говорить умеет каждый. С тех пор, как ее дар заметили, Лилии регулярно приходится доказывать знакомым свою суперспособность. Мы тоже не удержались и протестировали нашу героиню. И, наверное, самое первое слово, которое приходит на ум, это слово «университет». Сможем ли мы его сейчас зеркально произнести? Тетус Ревино. Тетус Ревино. Как все кажется, просто. Да. Так, хорошо. Усложним задачу. Могилевский государственный университет продовольствия. Йоксвавлигум, енет сравду сок, тетис Ревино, еев словодор. По-моему, чистейшая абракадабра. Но давайте проверим. Можете проверить. Удовольствие. Он и верится здесь. Могилевской. Кафедра пищевой промышленности. Ардефак и овещип и цолнен шиморб. Промышленный гостный пищевой кафедра. А сможете ли вы спеть песню какую-нибудь? Например, «Миллион алых роз». Все знают эту песню. Ноэлим Хелазор. Розовых миллион, ноэлим, 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 сила, зор. Зенко, 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 шидивит. Лилия Синицкая объясняет, слова она переворачивает сразу, не пытаясь их представить. Парадокс, но ни читать, ни писать задом наперед она не умеет, только говорить. Самое длинное междометие по словарю Залезняка – это слово «физкульт-привет». Вот интересно, не подглядывая, сможете ли вы это слово произнести зеркально? Члугзив тивирп. А теперь я проверю. Севибр. Вирп. Еще и поправляйте. Тивирп. Тлюгзив. Это ужасно сложно, я не знаю, как вы это произносите. Смогут ли так переворачивать слова студенты? Вот ребята готовятся сдавать экономику. А как будет экономика наоборот? Попробуйте произнести. Попытайтесь. Экономика. Экономика. А. А. К. К. Ни. К. Ужасно сложно. Ужасно, да. Хорошо, вас как зовут? У меня знакомая девушка. Фамилия Кучук. Как ни крути, все равно Кучук. Кучук, Кучук. Вот о, повезло. Дали? Вот повезло. Во! А напоследок Лилия Синицкая оставила пожелание студентам на зеркальном языке. Я юалиш матнедуц юр шорух бёчу и ханчилто конецу. Людей, которые умеют произносить слова наоборот, называют амбидекстрами. Психологи-логопеды уверяют, таким талантом обладает всего лишь один человек на 10 миллионов. Возможно, вы тоже еще не знаете о ваших уникальных способностях.